Друзья, всем привет! Сегодня у нас 19 августа 2023 года. По-прежнему жара, духота. Витязева 17:25. Время, еду по Черноморске. Вот решил немножко вам улицы Черноморске практически с самого начала Витязева показать. Посмотрите, как главная артерия уличная курортного поселка Витязева выглядит в конце августа. Сколько народу, что кто, знакомые места узнает. Ну, это основная магистраль улицы при въезде в Витязево. И также основная она для прохода, проезда к морю, к Паралии. На этой улице, как говорится, проходит вся деловая активная жизнь поселка. Здесь и детский сад вот сейчас слева будет. И магазины, и торговые центры, и, ну и все на свете. И вишенкой на торте является сам пляж Паралия. Вот если будете пойти или ехать по этой улице Черноморской, то прям в арочку с надписью Паралия вы и уткнетесь. По-прежнему жара стоит, 34 градуса, но сейчас к вечеру более-менее прохладный ветерок. Вот такая обстановка у нас сейчас в Витязево. На этой улице находятся все пункты доставки. Так вот, СДЭК, пожалуйста, здесь у нас единственный СДЭК Витязева. Если пунктов Озон, Валберес, Яндекс.Доставка очень много, то вот СДЭК один. Не широкая улица, но достаточно насыщенная по движению. Вот у нас влево-вправо пошла улица Лиманная, и вправо по Лиманной там можно проехать или пройти к ДК Витязева и новому парку Витязева. Вот здесь уже начинаются пятерочки, столовые, слева Магнит, много очень магазинчиков по продаже мяса свежего. Глобус, канцелярский магазин, вот торговый центр Саша здесь, ну короче, все вот здесь, особенно вот в этой части Витязева. Здесь и МТС, и Мегафон, и Билайн, и крупная овощная база оптовая, и Ермолино, полуфабрикаты и продукты из Ермолино. И слева у нас здесь агрокомплекс, сеть кубанских натуральных продуктов якобы. В общем, все здесь. Справа Сбербанк, но работает он, по-моему, там раза 3-4 в неделю всего. Еще пункт Озона, слева Валберес, поэтому очень-очень много. Вот на пересечении сейчас впереди Пролетарской улицы и Черноморской будет Магнит, и на втором этаже Магнит Косметик. Чем ближе к морю, тем больше торговых ларьков овощами, фруктами, пивом, принадлежностями для плавания и курортной жизни. Кафе, столовые, вот кафе Мария, пожалуйста. Вот он, кстати, Магнит. Аптеки. И уже здесь и плотней машины стоят. Витязева, вот остановочка общественного транспорта. Витязева из Анапы ходит маршрутка 114. Это она прям по всему Витязева идет до хутора Песчаный. Еще ходит одна маршрутка 128. Но она по всему Витязеву не идет. Она только вот по Горького, потом по Южному проспекту и до Волейграда. В курортный сезон по Витязеву ходит маршрутка 23 через все Витязево и до самого пляжа, до самых дюн Бархан, это пляж Венера. Там недалеко Тартуга. Подъезжаем к улице Горького, красно-белая слева. Магазин алкогольной продукции, где есть не только еще алкогольные. И вот здесь пересечение с улицей Горького. И уже буквально тут метров 300-400 и арочка Паралия. От Горького до самой вот Паралии традиционная пробочка. И вот я уже подъезжаю, прямо уже арочка Паралии, и идет пересечение с Южным проспектом. Влево-вправо Южный проспект, вправо к Тартуге и к другим пляжам. Даже пляж Аврора многолюден, уже 6:30 вечера.
Ну и дети даже не спешат на ужин. Да, наплыв, конечно, в этом году небывалый отдыхающих. Уже и конец августа, и вечер, а все пляжи переполнены, никто уходить не собирается. Пока, наверное, вообще не потемнеет, море видно не будет. А море у нас по-прежнему теплое, без медуз, но не такое уж прям прозрачное, как последние 2-3 дня. Небольшие водоросли, травинки наволокло. Ну а в целом достаточно чистое, комфортное море. Классные деньки просто стоят, классные деньки и море. Друзья, даже не до конца репортаж снять. Уже два раза звонили отдыхающие, уже подъехали, ждут, так что все, заканчиваю. Вот так пляж выглядит, так море, погода, лето. Все, все успевайте приезжать в Витязево. Отдыхаем, загораем, купаемся, едим арбузы, фрукты. Всем пока-пока, чао.